Всем привет! Сегодня готовлю курочку и картошку в аэрогриле. На нижнюю решетку укладываем картофель, порезанный крупными кусками. Курочку солим. Со всех сторон. У меня соль с приправами. Курочку посолили, приправами посыпали и ставим на верхнюю решетку. Запекаем при температуре 175 градусов в течение примерно часа. Курочка с картошкой готова. Прошло примерно 1:20. Картошку я не солила. Солила только курочку. При приготовлении в аэрогриле получается хрустящая, красивая корочка и на картошке, и на курочке. Очень вкусно. Приятного аппетита!